Она одна из моих лучших специалистов. Но? Она необычная. В каком смысле? Во всех смыслах. Что-то не так с отчетом. Все ли вы решили в нем указать? Мне кажется, он чист. И честен. Люди все еще нам верят. Мне нет. У него длительная интимная связь с редакторшей журнала. Иногда он остается у нее. Хотя мог бы и чаще, это мое мнение. Правильно, что вы не указали это. Мне нужна ваша помощь. Вы поселитесь на острове, укрывшись от тех, от кого вам сейчас, вероятно, хотелось бы укрыться. Вы займетесь жизнеописанием воров, мошенников, тиранов, целого набора самых омерзительных индивидов. Все они моя семья. Это Харриет. Кто-то из нашей семьи убил Харриет. И пытается свести меня с ума вот уже 40 лет. Эти я получил от нее, остальные от ее убийцы. Ты не смогла ужиться в 4 приемных семьях. 2 ареста за пьянство, 2 за драки. Сколько за последний месяц у тебя сексуальных партнеров? И сколько из них мужчин? Я хочу распоряжаться своими деньгами. И будешь распоряжаться, как только научишься дружить. И для начала подружись-ка со мной. Ты знаешь, что делать. Я не смогу найти то, что вы не нашли за 40 лет. Кто знает, вы отличаетесь весьма пытливым складом ума. В тот день вы здесь были? Кошмарный день. Мы ее искали, но не нашли. Тело я не обнаружил. Случилось ли это спонтанно или намеренно? Может, она узнала о ком-то лишнем? В прошлый раз, опубликовав данные, в которых я не был уверен, я лишился всех сбережений. Мне нужен помощник. Есть отличный вариант. По нашей просьбе она проверяла вас. Что она? Мы не могли подрядить на такое дело, кого попало. Я Микаэль Блумквист. Можно войти? Надо поговорить. Эй, эй! Да кто вы такой? Одевайся и проводи девушку. Можно называть тебя Лизбет? Помоги мне найти человека, убивающего женщин. Я не знаю, как это связано со смертью 16-летней девушки. Не хочешь еще раз взглянуть? Я помню. То, что я вам покажу, лучше смотреть на пустой желудок. Что делаешь? Читаю твои файлы. Они защищены? Правда. Насилие, пытки, пожар, животные, религия. Я ничего не забыл? Имена. Я вроде что-то нашла. Никому не нравится, когда суют нос в их дела. Все знают, зачем вы здесь. Ее кто-то убил. Тот, кто был тогда на острове. Если женщина пойдет к скотине совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Эти люди безумны. Скоро вы узнаете нас совсем близко, к моему большому сожалению. С татуировкой дракона.